Явка чуть больше 40% и ни одного замечания за два дня. В селе Богородск Кировского района прошли досрочные выборы главы муниципального образования и Совета депутатов. Общественная палата КОМИ подготовила 9 наблюдателей. Все выходные они следили за тем, чтобы выборы прошли честно. 19 числа я сам выступал как общественный наблюдатель и был на 561 участке. И совместно со мной было также два наблюдателя, где мы вместе на одной лавочке с табличкой «Выше наблюдатели» как раз смотрели за всем процессом. Что хотелось бы отметить по работе УИКов? Это четкая слаженная работа, понимание, где кто за что отвечает. Наблюдатели всегда сидели до последнего, поэтому мы уверены о том, что все выборы проходили открыто, конкурентно, и они проходили, я бы сказал, в таком деловом стиле. После подсчета голосов в Совет депутатов по итогу вошло 8 представителей партии «Единая Россия», 1 представитель КПРФ и 1 самовыдвиженец. По выборам главы поселения, убедительную победу с результатом более 80% одержал кандидат, выдвинутый политической партией «Единая Россия». А в целом все прошло в спокойной и торжественной обстановке. Особенность местных выборов в том, что избиратели знают всех кандидатов лично. Фактически видятся с ними каждый день, поэтому на голосование приходили с осознанным выбором.